Всем привет, с вами Светлана. Сегодня обсуждаем самые выгодные акции и предложения каталога номер 15 Faberlic. Делимся отзывами и планируем свои покупочки. В этом каталоге мы можем применить купончики, которые получили за заказ в прошлом, на скидку 250 рублей. У меня таких 3, и сегодня мы с вами посмотрим, куда их выгоднее потратить. А также у нас стартует акция «Закажи, оплати на сумму от 999 рублей». И получи купон на скидку 50%. То есть за каждую 1000 мы получим купоны 50%, которые потратим в следующем каталоге. Для поклонников помады Рената отличная акция, скидка 55%. Такое бывает крайне редко, особенно в холодное время года, потому что и эта помада именно на холодное время года, так как она довольно питательная, кремовая, имеет жирную консистенцию и даже у некоторых растекается с губ. Поэтому на зиму такую помадку очень хорошо себе приобрести. Любой оттеночек по цене 299 рублей. Снова появляются блески для губ в каталогах по цене 199 рублей. Это у нас линейка Color Energy. И здесь представлено 5 оттенков, на мой взгляд, наиболее удачных. И цена на этот блеск тоже удачная. Блеск классный. По сравнению с другими блесками Faberlic, он более-менее стойкий, насыщенный цвет. То есть это не просто бальзамчик, там реально насыщенный цвет, и мне не нравится. Я подумаю, какой бы себе взять. Возможно, выберу какой-нибудь нюдовый, потому что ярких уже много. При заказе от 500 рублей мы можем выбрать бальзамчик для губ любой. Здесь у нас антивозрастной и витаминный. Я брала и тот, бальзамы хорошие, на зиму нужны. И сможем мы их приобрести по цене 59 рублей. Очень хорошая цена для бальзамчиков. Губная помада 3D поцелуй. Очень классная, очень качественная, кремовая. Мне нравится. Будет по цене 169 рублей, если мы приобретем 2 продукта. То есть выбираем себе 2 оттеночка, и цена у нас будет 169. Акция на туши, подводки, карандаши и тени «Галактическое путешествие». Здесь желтые ценники. То есть, если мы выбираем 2 продукта, то получаем вот эту вот цену. Тени «Галактическое путешествие» мне очень нравятся. У меня есть 3 оттенка, которыми я регулярно пользуюсь. И советую вам присмотреться, потому что цена ниже не бывает. Они бывают по акции за 179 просто, а тут вот нужно 2 продукта выбрать. Из туши, что здесь представлено, я бы посоветовала мгновенный объем, потому что я ее пробовала и люблю силиконовые кисточки. Она нормальная, засыхает относительно быстро, где-то через месяц, как в принципе и все вот эти относительно бюджетные туши. Так что присмотритесь. По купончику со скидкой 250 рублей мы можем взять тени для век Amazing Eyes. Вот в таком оттенке нам предлагают тенюшки. Это не мои оттенки, не считая вот этих двух, поэтому я не буду брать. А так они у нас стоят 469 рублей со скидкой. И от красной цены, от красной, мы вычитаем 250. И обойдутся они у нас, получается, в 400 рублей. Вот эта палеточка. Это нормальная цена. Кто пользуется такими оттенками, можно присмотреться. Потрясающая акция на кисть для нанесения консилера. Она у меня есть, она шикарная. Она хорошо растушевывает, ей можно наносить и тени, не только консилер. Кисточки у Faberlic вообще классные. За 99 рублей это редкость, ухватить такую качественную кисть. Купончик 250 рублей можно еще применить на вот такой вот маникюрный набор. Но я бы вам не советовала, лучше взять чуть-чуть подороже, тот, который работает от сети. Потому что все, что касается таких наборчиков, которые работают от батареек, они очень маломощные. И можно взять за 1000 с чем-то, за 2 очень хороший качественный набор, который будет работать от сети, и удалять вам и кутикулу, и все просто замечательно. Но это так, баловство. Знаете, вот 900 рублей минус 250. По такой цене побаловаться взять можно. А так, для маникюра в домашних условиях мощности однозначно будет мало. А для губ по очень привлекательной цене. Скидка 50%, 55%. Очень шикарная скидочка. 229 рублей он будет стоить. У меня есть оттенок праздничный шоколад. Вот он в предыдущем видео о заказе Faberlic. Вы можете посмотреть у меня его на губах и сводчи. Лак классный, держится долго. Это действительно лак. Это нечто большее, чем просто блеск. Сейчас снова в моде глянцевые губки, поэтому присмотритесь.
Тональный крем-сыворотка с омолаживающим эффектом сияния молодости можно будет приобрести по купону со скидкой 250 рублей. Нам предлагают его за 800 рублей, минус 250, получается 550. Это нормальная цена для тонального крема. Кто любит его, пожалуйста. Я как бы сейчас не пользуюсь тональными кремами, крайне редко. И то вот данные два не подходят мне, потому что моей комбинированной коже они создают жирный блеск на лице. Тушь ваш фаворит тоже можно будет купить со скидкой за 199 рублей всего при покупке от 500 рублей. Я эту тушь не пробовала, сказать ничего не могу. У меня была вот эта тушь в использовании. А ваш Оскар, на нее нету скидочки, вот ее я обожаю. Эта тушь великолепная, несмотря на то, что у нее не силиконовая кисть. Тени, запеченные тени, ослепительный взгляд можно будет взять по купончику. Но на них бывает цена, мне кажется, и дешевле, потому что я брала за 400 с чем-то их рублей. Они классные, они крутые, вам их хватит, мне кажется, не на одно десятилетие, еще ваши внуки будут пользоваться этой палеткой, потому что запеченные тени тратятся, ну, вообще по минимуму, и представлена у нас вся палитра оттенков, то есть можно выбрать тот, который вы себе хотите. Сейчас на зиму как раз вот блеск, шиммерный глазок, самое то. Летом вот я ими не пользовалась, но я и взяла оттенок поэкспериментировать, знаете какой? Легкая романтика, по-моему. Нет, оливковая нежность, вот точно, здесь два зеленых оттенка есть, вот они. И все-таки не подошли они мне совершенно, поэтому тени лежат без дела. Но к качеству никаких абсолютно нареканий нет, присмотрите. Фону можно будет взять гель-трансформер из линейки ICU, то есть 800 рублей минус 250, это у нас 550 рублей. Кто любит эту линейку, конечно же, заказывайте, потому что это замечательная цена выходит. Я не люблю линейку ICU, потому что моя кожа после нее выглядит как масляный блин. Поэтому не хочу даже пробовать. Ночную маску и CC-крем для лица тоже можно будет взять по купону. И активный крем для лица. Я знаю, что у этой линейки много поклонников, и я бы ее порекомендовала людям, обладательницам сухой кожи лица. Моей комбинированной, еще раз говорю, она совершенно не подходит. Новогодние праздники можно уже запасаться наборами. Шикарный набор мгновенного выравнивания лица можно приобрести будет по купончику. 1150 минус 250 за 900 рублей. Получается, мы можем взять подарочный набор Beauty Lab. Здесь у нас маска Detox, крем для лица эффект фотошопа. Две, получается, масочки, и они обе шикарные, реально шикарные. Этому подарку будет рад любой, мне кажется. Сыворотка Beauty Lab тоже будет у нас по купону. 900 рублей минус 250 за 650 рублей. Это нормальная цена для этой сыворотки, потому что она выравнивает, разглаживает ваше личико мгновенно. Просто сыворотка нахвалена уже практически всеми блогерами, и за такую цену взять ее можно. В линеечке Weekend моей любимой и глубоко уважаемой увлажняющий гель у нас будет со скидкой 50%, и я, скорее всего, его возьму. Хочу набрать себе на осенний уход именно линеечку Weekend. И сыворотку и ночную маску можно будет взять за 500 рублей. Они потрясающие. Сейчас у меня в активном использовании. В прошлом заказике я рассказывала о них более подробно, поэтому присмотритесь. Кожа действительно после этих средств отдохнувшая, красивая. Для комбинированной кожи подходит, для жирной подходит и для сухой тоже подойдет. Универсальное средство, которое действительно обладает заметным эффектом. Подарочный набор из линейки Axiology кислородное сияние можно будет взять тоже по купону. 900 минус 250, это получается у нас 650 рублей. Это хороший набор на зиму для тех, у кого сухая кожа. В прошлом году я активно использовала дневной крем из этой линейки, и он спас мою кожу от шелушения. То есть тем, у кого она шелушится, у кого она сухая, подойдет вот эта серия идеально. Но за 650 рублей, не, ну в принципе нормальная цена. По 200 рублей можно взять дневной и ночной, это 400. И 100 с чем-то получается у нас 200 крем для век. Ну можно по акциям взять дешевле, чем они нам здесь предлагают, если честно. А в серии Гардерика можно взять по купону будет драгоценную маску красоты. 600 рублей минус 250, получается у нас 350 рублей. Классная цена. Я вообще слышала много положительных отзывов на эту линейку и никак до нее не доберусь. Поэтому вот эту масочку, скорее всего, приобрету и протестирую. Очень интересная новиночка у нас появляется в каталоге. Это охлаждающий роллер.
Цена его 699 рублей. И перед тем, как его использовать, мы должны снять вот эту насадку, положить ее в морозилку. Там у нас гелевые подушечки, они замерзают на 10-20 минут, а потом уже применяем. Ну, интересно, вы знаете, интересно, мне кажется, для тех, у кого есть темные круги под глазами, вообще это будет здорово. Но того же самого эффекта, я уверена, можно добиться, заморозив кубики для льда в формочке с какими-нибудь травками, там, с алоэ, ну, с чем вам нравится. Даже просто лед или минералку заморозить и проходиться ими по коже. Поэтому я этот массажер брать не буду. По купону мы можем взять любое средство из серии пилингов АБЦ, со скидкой 250 рублей. Если нет возможности взять всю программу, я советую вам взять шаг Б. Это микроэнзимный пилинг с мелкими частичками, который отшелушивает идеально все омертвевшие клеточки кожи на вашем лице. Оно потом безупречно гладкое и очень мягенькое. Получается 500 рублей минус 250. За 250 рублей шаг Б я возьму сама. Вот. Обязательно, потому что по такой цене его не бывает никогда. По уходу за кожей лица у меня тоже в активном использовании. Нам предлагают его взять тоже по купончику за, получается, 700 рублей он получится. Ниже цена его не бывает, но вы знаете, такой набор можно взять дешевле на AliExpress. И даже в фикс прайс одно время он был представлен. И в магазинах бытовой техники Эльдорадо ДНС такие наборы тоже встречаются за 300-400 рублей. Поэтому смотрите сами. Но набор действительно работающие, здесь очень много функциональных насадок, я применяю и для отшелушивания, и для массажа лица после нанесения крема. Набор классный, но взять можно дешевле в розничных магазинах. В каталогах появляется линеечка «Зима», многими любимая, питательная. Я не пробовала крем для лица, но с удовольствием прошлую зиму пользовалась кремом для рук. У меня их было штук 5, наверное, в запасе, поэтому за 69 рублей, девчонки, по акции, при покупке от 300 рублей по каталогу, я возьму себе несколько штук в запас однозначно. Эти крема мне очень нравятся, по такой цене просто сказка. Белый кремушек для рук, кстати, формула омоложения 99, тоже хорошая цена, его тоже люблю. Для сухих рук вот эти вот два крема просто находка. В серии Faberlic Expert Pharma нам предлагают по акции за 99 рублей при покупке от 500 взять либо крем-антипреспирант, ну как либо, можно и то, и бальзам для ног гладкие пяточки. Я обязательно возьму бальзам для ног гладкие пяточки, скорее всего, два. У меня уже есть запас, но я не перестану его нахваливать. После него ножки ваши, ну, великолепно себя чувствуют. Они безумно мягкие, никакой сухости. Пройтись потом по ним пемзой и, ну, вообще. То есть супер. Вот это средство рекомендую всем и всегда. Оно действительно работает и размягчает кожу ступней идеально. На серию Faberlic Spa у нас действуют желтые ценники. При покупке двух средств получается скидка. И здесь я пробовала восстанавливающую маску. Вот такую. Секрет Клеопатры получается. Она классная. Карите Орхидея. Она глиняная. Она подходит и для сухой, и для жирной кожи, потому что там есть какой-то элемент питания. Сейчас в активном использовании у меня массажное масло. Вот оно. По 299 рублей оно у нас будет в каталоге при покупке двух средств. Это нормальная цена. Хотя там всего 100 мл, но оно мне безумно нравится. Наношу его на тело после душа, и тело увлажненное очень долго. Новинка. Зубная щетка с угольным напылением. Вот так она выглядит. И цена вроде как приемлемая, 149 рублей. Но видела в обзорах у девочек, что, не знаю, благодаря чему, этому именно ли напылению, но эмаль становится более чувствительна к воздействию холодных горячих продуктов, поэтому кто страдает повышенной чувствительностью эмали, получается, что рекомендовать не стоит. Я именно к таким людям отношусь, поэтому новинку тестировать не буду. Обожаю линейку Salon Care, а именно умный кератин, и будет как раз наборчик по 449 рублей, шампунь и бальзам. Они у меня еще не кончились, но, скорее всего, возьму в запас, потому что на него скидочка бывает нечасто. Нравится, пенится плохо, да, потому что он бессульфатный, по-моему, у нас, да, бессульфатный. Со второго раза только промываю голову, но волосы мои после шампуня и бальзама чувствуют себя просто великолепно. Даже не нужно никакого дополнительного ухода в виде несмывашек и дополнительных масок, поэтому рекомендую. У меня волосы раньше были жирные, ну и здесь вот у корней, а по длине сухие, и он идеально подходит. Волосы после него живые, блестят,
Поэтому линейку Салонке «Умный кератин» могу смело советовать обладательницам любых волос. Хорошая акция будет на мою любимую красочку Faberlic Expert Color. Будет она всего по 139 рублей. Я обязательно воспользуюсь акцией и возьму свои любимые оттеночки 7.1 и 8.1. Покажу сейчас, чтобы вы имели представление. У меня есть видео об окрашивании. Сейчас на моих волосах 7.1 плюс 8.1 пополам я их смешиваю. Вот эти два оттеночка. Нравится мне, менять не собираюсь. Ни в одной другой фирме не видела такой стойкой краски и такого цвета красивого. В линеечке появляется новинка. Это у нас влажные салфетки. 50 штук за 129 рублей. Ну и если минус еще скидка консультанта, рублей 100, да, они выйдут 50 штук. Нормально. Для новорожденных, для малышей, вот именно гипоаллергенные такие средства. Линеечку мы эту любим. Мы тоже ей пользуемся, хоть уже и не малыши. Она действительно деликатная. Вот средства для подмывания используем. И мыло у нас есть, и кремушек. Очень достойная линейка, где можно не бояться никаких аллергических реакций и высыпаний. Пончику можно будет взять детские часики. 800 рублей минус 250 за 550 рублей в детскую. Симпатичные часики. Если давно на них смотрите, то самое время воспользоваться купоном. Подходит к концу запасы детских зубных паст. И будем брать мы кошку Манго за 69 рублей. На нее хорошая акция. При покупке двух средств. У нас здесь ополаскиватель, щетка 119, но я за такую цену детские щетки не беру. Они одинаково также приходят в негодность, как щетки детские из Фиксы и любые другие. Нам хватает их на пару недель интенсивной чистки зубов. А вот паста по 69, это самое выгодное предложение. И парочку, конечно, в запас я возьму. Такая акция. Нам подарят любое укрепляющее средство из этих двух для ногтей за 1 рубль, если купим пищевой концентрат для ногтей за 600 рублей. Но эти пищевые концентраты бывают дешевле. И мне кажется, что вот это предложение невыгодное. Купончику можно будет взять подушку из лебяжьего пуха, сиденье из гречневой лузги и подушку валик. Это, в принципе, нормальное предложение. Я видела обзоры на эти сиденья и подушечки. Они достойного очень качества. И действительно, спина, говорят, с ними болит меньше. Поэтому, возможно, присмотрюсь именно к валику. 900 рублей минус 250. Получится он у нас 650 рублей. Это хорошая цена. Подушки из лебяжьего пуха я не люблю в принципе. И размер здесь 50 на 70. По купончику она обойдется у нас 550 рублей. Ну, не знаю, кто любит из лебяжьего пуха, конечно, эта цена тогда дешевая. Что еще именно меня заинтересовало, это у нас дом Faberlic для кухни, доска разделочная двухсторонняя, потому что доска, правда, крутая. Но за 900 рублей я ее никогда бы не взяла, а здесь можно применить купончик 250, и получится у нас 650 рублей за такую классную, качественную доску. Я, пожалуй, присмотрюсь и, скорее всего, возьму вот такую вот оливковую, потому что, ну, за 650 еще, наверное, минус скидочка консультанта, это куда ни шло. Появляется новиночка в средствах для мытья посуды. У нас будет черное средство для мытья посуды с активированным углем. И я ее видела уже у Наташеньки. Наташа, привет! Обзор на это средство. И она нам говорит о том, что оно жиже, чем все предыдущие. Гораздо, причем там уже, наверное, не разбавишь даже. И то, что она обладает свойством мыла для кухни, то есть устраняет запахи и хорошо пенится, отмывает посуду. Поэтому я обязательно возьму его потестировать, пусть будет. 149 рублей будет цена по каталогу. Очень интересно. А спреи и водные освежители воздуха у нас идут за 95 рублей при покупке двух. Что-то подорожали они. Обычно они по акции по 89. И здесь нет моего любимого имбирного пряника, но я все равно обязательно возьму парочку каких-нибудь других, потому что у меня все позаканчивалось. Вот, в принципе, все, что заинтересовало меня в этом каталоге. На самом деле он был довольно интересный, и с акциями этими интересно поиграться. Ну а для новых консультантов, кто пожелает зарегистрироваться, ссылочка всегда есть под видео. И в подарок за регистрацию компания подарит два шикарных аромата Рената и Рената Секрет. Они на самом деле очень интересные. Из всего того, что есть в каталоге Faberlic, эти ароматы мне более-менее нравятся. Так что вот так, девчонки, на этом все. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Если мой обзор был вам полезен и интересен, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока!